Доброго времени суток, друзья! Сегодня хочу предложить вам приготовить замечательный быстрый салат «Лагуна». Из консервов я слила жидкость, достала кости и размяла рыбу вилкой. Горбушу вы можете, естественно, заменить на любую другую рыбную консерву, которая вам больше нравится. Но, по-моему, так вкусно. Огурцы. Один огурец, который у нас был, я почистила, порезала. Яйца я просто потерла. Хотите, можете мелко порезать, а хотите, потрите. Из целой банки горошка мне надо будет только половина. Столько хватит. Картофель я также отварила и порезала мелкими кубиками. Сейчас добавим соль по вкусу. И майонез. Сегодня мне понадобилось банка горбуши, огурец, яйца, зеленый горошек, картофель, соль и майонез. Спасибо за просмотр! Подписывайтесь к нам на канал, ставьте лайки, включайте уведомления. Увидимся в следующих видео.